Грузовик «Скания» вылетел в кювет накануне вечером на трассе М7 в Высокогорском районе. По рассказам дальнобойщика, он направлялся вместе с грузом из Москвы в Пермь. На скорости 60 км в час водитель большегруза неожиданно потерял управление. Сказалась скользкая дорога. По счастливой случайности многотонник не вылетел на встречную полосу, а съехал в кювет со своей полосы, не задев при этом других участников движения. Сам водитель не пострадал, но, несмотря на это, мужчине пришлось поломать голову над тем, как же вытащить его транспорт. Одной лебедки для этого явно не хватало. Не получится. Тебе говорю, один я его точно не дёрг. Двумя лебедками надо тянуть. Максим, вот сейчас встать сюда, вот за раму, а здоровый. Вот, цепи. И туда потянуть. Я реально рисковать не хочу, если она ляжет.